сегодня мы будем красивые. Здравствуйте. Здравствуйте. Три работы в музее. Три? Ура, да. Маню не вешай. В каком музее? В музее прямо сразу. Вот все три, которые у нас прошли с похвалой. Значит, Таня, Оля и Оля. Три работы с похвалой. Пять за концепцию. Вот. Это мы сразу идем, несем в музей. Да. Вот. В
Ваня на работу 5, и, наверное, несем Ивана Арбеновича, если мы его возьмем. Да. Давайте я дома выходить. Нет, а вы макет будете хранить. Да. Это будет на выставке 75 лет училища. Угу. Сегодня наконец-таки сказали такую фразу. Так, мы перевалили тот момент, когда оформительская отделение развалилась. Теперь у нас есть оформительская. Нас похвалили. Это вас всех похвалили, да. Значит, здесь 5-5, 4-5, 5-5, уже не 4-4, Катарина не успела сделать 4-5, у Кати 4-4. Все. Еле живы, как это все теперь отнести? Да, вообще. Вот. Там снимается рисунок. Полдвенадцатого есть уже? Нет, в каком музее? Внизу? Внизу музей снимается рисунок, освобождается под вас стена. А ключ? Ой, сейчас ключ. Ключ у вас. Какой ключ? Музей. От какого? Вон, работать на меня сейчас. Нет. Все, нет, у меня чуть мутно. Стоп, где наша? Дрыс вас. Вы на стене. Поворачивай. Или вот это лом. Это беда. Значит, на месте. Валя, все. Вниз пошире. Сейчас вылезем. Все, все, поезд остановился. Остановился. Взял. Вот пошел. Процесс кончился. Катарин, помогла бы ей. Сектерка. Нет. Там еще там 4-5 уже нам Олька, привет. Привет. Ты что будешь сейчас делать? Макет восстанавливать. А проездные? Потом. Потом? Потом. Понятно. А что здесь будет? Здесь на стенке будут висеть наши проекты. Мой мусор будет в углу. Давай. А зачем? Что будет? Будет праздник 70-летия нашего училища, и мы будем здесь красоваться. Ага. Вот
Марсон, скажи что-нибудь, где вы находимся? Мы сейчас будем пировать. В ожидании все находимся. А вообще ничего. Как бы заканчиваем? Первый семестр? Да. Ура, ура! Как бы заканчиваем? У тебя будет цветное? А? Цветное будет. Ага. Вот и кончали здесь. Что я очень рад, что все заканчивается. Да. Все просмотры. Хочу отдыхать со страшной силой. Я тоже хочу. Надоело все. Сейчас я тут хотя бы отбегу.